Поддержка лиц с ограниченными возможностями. Общая задача. Сегодня в центре Анагатагзым была организована выставка изделий ручной работы людей с особыми потребностями. Подробности в следующем материале. На выставке было представлено около 1000 изделий ручной работы 7 членов общественных объединений, работающих с людьми с ограниченными возможностями. Вначале они прошли специальное обучение, а теперь сами изготавливают поделки. Заказ принимаю, выполняю его дома. Занимаюсь этим 11 лет, обучаю людей с особыми потребностями. Изготавливаю различные изделия, например, сумки, шапки. Мне нравится этим заниматься. Цель такого мероприятия – это создание условий для безбарьерной среды людям с особыми потребностями. Стоит отметить, 20 человек получили государственные гранты, а 40 человек были направлены на краткосрочные курсы обучения, отметил исполнительный секретарь партии Аманат. Мы оказываем поддержку людям с особыми потребностями. К примеру, при устройстве на работу 15 жителей с особыми потребностями в Таразе были трудоустроены. Такие выставки проходят каждый год. По плану, в ближайшее время должно пройти подобное мероприятие. В мероприятии, которое прошло в рамках проекта «Будущее без барьеров», приняли участие депутаты Маслихата, руководители управлений, директора учреждений. Любой желающий, пришедший на это мероприятие, смог приобрести понравившееся изделие ручной работы. Валихан Талгатов, Тлеукабул Саржанов, Жамбыл Ньюс.